все началось с того, как мой друг, который коротко стрижется под машинку, не захотел просто отдавать деньги в парикмахерскую за то, чтобы его там двойка-тройка постригли, а у меня была машинка дома, я его постриг. С этого все началось. Ну, самое забавное было, когда солидный человек такой в костюмчике, в галстучке пришел ко мне на работу, чтобы постричься. Я его постриг, все вроде четко. Я говорю, идем голову помоем. Предполагалось, что он ко мне подойдет, ляжет в мойку, и я помою ему голову, но я удивился, когда он подошел и встал на четвереньки в мойку, как собака перед миской. Ну, я... Да, но я вида не подал, в принципе. Да, но было очень забавно. Я посмеялся внутри. Я работаю в барбершопе Тумен мастером. Я не считаю, что барбершоп Тумен — это определенное место на переулок Почтовой 11. Да, я считаю, что это коллектив наш, и то, как мы относимся к своим клиентам и какую идею мы им несем. Самая главная идея заключается в том, что мы хотим сделать барбершоп наш как дом, чтобы люди приходили и радовались, что ли, играли в фифу, выпивали. Да, есть такие клиенты, которые приходят, даже не стригутся. Например, там, я не знаю, вот, один раз постригся, через неделю приходит уже постриженный, то есть его стричь не надо, он просто зайдет к нам, чай попьет с нами вместе, фифу покатает. Бывают такие, кто звонит и просит администраторов, чтобы забили кальян, или, ребят, давайте я вам сейчас табак свой принесу крутой. Вот. К нам в барбершоп приходит много людей всяких разных, там от мала до велика. Самое запоминающееся для меня это было... Это когда привели мальчишку, ему было год и два, вот, и я его, я не знаю, я растерялся сначала немножко, потому что такие маленькие клиенты к нам очень редко заходят, потому что стрижка у нас начинается с 7 лет, но мы сделали исключение, потому что было очень интересно поработать с ним, но все закончилось успешно, у меня все получилось.